Участок магистрального нефтепровода Курган-Тюмень, который принадлежит открытому акционерному обществу «Уралтранснефтепродукт», был выведен из разряда действующих в начале 90-х и в настоящее время является резервным. Этим обстоятельством и воспользовались злоумышленники. В лесу они вскрыли экскаватором почти 2,5 километра трубы, залегающей под землей на глубине более метра. 560 метров разрезали автогеном, извлекли из траншеи и подготовили для дальнейшей транспортировки. В этот момент их и задержали оперативники. По данному факту региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело. Обвинение предъявлено 3 жителям Мишкинского района. Все они ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за подобные преступления. На этот раз арестованным грозит до 10 лет лишения свободы. В случае реализации преступных замыслов похитителей материальный ущерб составил бы 5,5 миллионов рублей.